Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мы Кстати, я вспомнил, что многие китайцы держат дома зинь-юй. Я себе тоже завел золотых рыбок. Они очень красивые. Но китайцы любят золотых рыбок не только за красоту. Ведь в китайском языке слово «золотая рыба» созвучно слову «золотый», которое означает «золото и драгоценное камни». По-капского. Отсюда появилось выражение «золотый».